Bugün sizə Sumqayıtlı Yaroslavdan danışırıq. Yaroslav Semyonovdan. O Sumqayıtda doğulub böyüyüb. Burada ailə həyatı qurub və övladları da bu şəhərdə dünyaya göz açıb. Adi zirvələrlə qoşa Sumqayıt Bu dünya durduqca yaşa Sumqayıt Yaroslav milliyyətcə rusdur, amma necə deyərlər tərtəmiz Azərbaycanlıdır. Sumqayıt Yaşa, yaşa, yaşa Sumqayıt Очень люблю свою родину. Везде представляешь, что я азербайджанский, это гражданин Азербайджана. Азербайджан, ты святочь мой, жемчужина Востока. 1980-ci illərin əvvəllərində yollar Yaroslav Semyonovu Rusiyaya aparıb və hazırda da burada yaşayır. Azərbaycan, ты святочь мой. Həm yerlimizin işi gücü demək olar ki, Azərbaycanın təbliğidir. Моя задача, чтобы в России узнали о азербайджанской культуре. Сверкай под солнцем и луной, из каждого истока. Азербайджан, ты святочь мой. Doğulub büyüdüyü Azərbaycanı tanıtmaq indi onun əsas missiyası və məşğuliyyətidir. Я приготовил зелень заранее, чтобы у вас много времени не отнимать. Вот зелень мелень сделал. В России не очень много зелени, поэтому в основном тут лук, петрушка, укроп. И я даже щавель добавил. Тесто сделал обыкновенное тесто. Вот сейчас мы его раскатаем. Когда хочется о родине поговорить, я всегда делаю еду азербайджанскую. Вспоминаю Азербайджан и заодно с вами общаюсь. Меня или ярки, вот это вот должны остаться отпечатки пальцев. Я помню, что в Сумгаите, когда ел я, вот эти остались. Некоторые вот так обрезают, чтобы красиво было. У меня, смотрите, как красиво получился кута. Это да. Я вырос на этой кухне. Мне это вот это долмо, когда я услышал звон такой, что армяне сказали, что это долма армянская. Я сразу сделал клип, сказал всем, что это Дома азербайджанская блюдо. Приготовил, показал и выставил видео. И кутабы. О, получились настоящие кутабы. Я в Сумгаите когда-то играл на бас-гитаре. Я научился играть и стал песни писать. И я этим, может, себя успокаивал. Я находился в этой... Ауре азербайджанской. Тебя рушили, жгли, крошили, но ты не сдавался врагам. Я верю на огненной пыли. Ты вновь возродишься огнем. Azərbaycan mahnıları Yaroslav Semyonovun dilinin əzbəridir. Bu mahnılar onu Azərbaycan havasına köklüyür. Əs, dəli külək, bu günü apar. O, ötən ömrü. Я на русском пою, но иногда приходится и на азербайджанском, потому что я познакомился с некоторыми поэтами Азербайджана. Yine bu seher, güneş nur yere.
зена гыл Башла дунья, ой, а не гире шоян Алэрлэн боян, ёлся буден и дучар Бир зюльна кече, дэнис гачар Гялейся хэр, гялейся хэр Yaroslav Semyonov çox istəyirmiş ki, azərbaycanlılar onun fəaliyyətindən xəbərdar olsun. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin internet televiziyası olan Diaspor TV və televiziyanın vətən uzaqda deyil proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla müəyyən mənada körpü rolunu oynayır. Bu körpü üzərindən addımlayaraq həm yerlimizlə əlaqə saxladıq. Я счастлив, что Родина услышала своего сына. Представляете? O bu axtarışdan məmnunluğunu belə ifadə edir. Slava Azərbaycanu narodu. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.